А вот это вот мангостин. Очень классная штука. Очень редкая. То есть ни в Германии, ни в Австралии его не найдешь. Но я таки нашел. Ну и потому что он редкий, и фрукт достаточно дорогой. То есть его, по-моему, достать можно в Таиланде обычно. А сейчас посмотрим, как он выглядит. Ну, вот так он выглядит изнутри. Едят вот эту мякоть белую. Ну, а красная штука это кожура. Типа резины иногда бывает. Вот, вкус очень приятный. И, может быть, не отдаленно напоминает личи, но вкуснее. Очень похож на немного, не очень, а немного похож на лакват, по-моему, по вкусу. Ну, сейчас попробуем. Итак, я попробовал. Вкус просто божественный, реально божественный. То есть для меня обычно номер один это было помело. Вот это вот. Ну, по крайней мере, в Германии. А здесь, наверное, меньше. Ну а здесь вот эта вот штука просто очень вкусная. Советую.